Ну до чего странно, а? Обнаружить секретную тюрьму Нар в такой глуши. Да уж. Похоже, не стоит игнорировать такие зацепки. Если бы не вы с Матвеем, мы бы никогда не нашли этого места. Не стоит благодарности. Я рада, что ты спас мальчика, правда. Хочу, чтобы ты знал об этом. Мне сказали, что он добрался до поселка без приключений. Я все еще думаю, что нужно было поступить иначе, но... У тебя не было времени на раздумья. Но в следующий раз прислушайся ко мне, ладно? Хай. リスペクトはしてくれてるんだろうけど、好感度は悪化してるな。はい、両方成功ね。まあ、レーションは通常の量でいっか。多分倍与えるとよりミッションの成功率が高まるとか、そういうことなんだろうな。はい、なんかね監視が増えてる気がするぞ、ヘリコプター以外にも。こっちはいまいち進んでないな。スキルポイント1か。オリビエどこ行った？そういえばこれこっから後ろ、え、リボルバー？これ？あ、後ろ行けないのか。なんかリボルバー落ちてたんだけど。Ты слышал про засев облаков? Слышал, что это возможно. А что?Его использовали, чтобы защитить Москву от чернобыльских осадков, а пострадали от этого другие города. Дождь смывал ядовитые частицы. Первая операция по очистке прошла спустя всего 2 дня после чернобыльской аварии. Разумеется, все происходило в обстановке строжайшей секретности. Цель была в том, чтобы дождь прошел в небольших городах Беларуси и Украины, пока облака не дошли до Москвы. И пострадали от этого простые люди. Можно только гадать, сколько людей погибло от вызванных радиацией заболеваний в последующие десятилетия.Конечно, власти все отрицали. Они до сих пор это отрицают. Каждый раз, когда думаю об этом, мечтаю увидеть кого-нибудь из этих ублюдков в прицеле своей винтовки. Мне трудно в это поверить. Само собой. Я слышала, ты когда-то искренне поддерживал систему. Это не так просто. Я... Не нужно объяснять. Это было давно. Надеюсь, теперь ты стал умнее. Власть имущие всегда в первую очередь думают о себе. И неважно, коммунисты они или нет.人工的な雨ってのは実話なのかな。ちょっとわかんない。Чем могу помочь? Привет, Ольга. С радостью. 1しかないからダメだな。Только прям. 多分ね、関係が悪くなりすぎると以前のアーリーアクセスのようにパーティーから消え去ってしまう可能性があるから、そうなる前に、あ、ここにいたか。そうなる前に。スキルはちゃんと。Что нового, Игорь? Да ничего, вроде. Да. Помню, Антон упоминал... Это то еще местечко было. Честно говоря, нет. Ага. Как и весь остальной мир. Для крупных игроков России, США, Китая это называется гибридной войной. Наемники вроде нас. Существует негласное правило. Как раз это и случилось в Хашаме.США применили десятки дронов, и Антон и его сослуживцы ничего не смогли противопоставить. Он видел, как умирают его друзья. Я восхищаюсь вашей храбростью и самоотверженностью. Это идет вразрез со всеми моими... А я восхищаюсь твоим идеализмом, Игорь. Думаю, скоро тебе предстоит в этом... Хай. Ма, Антон и Орипей и Йохей датта кара... Иройро...苦労してきたんだろうけど、そういうアントンは割とあっさりやられてしまったんだよな。発電機作れるかな？作れない。作れない。こっちは作れる。作れるけど、どうせならこっちがいい。いいものをたくさん並べたい。ちょっとアイテム整理だ。
これ作ったらレーションの足しになるのか。じゃあこっち作りたいな。これとりあえず置けるだけどんどん置いてってるんだけど、いまいち回収量がよろしくない。まあ、それでもとりあえず置いちゃうけど、まだこの辺いろいろ物を置けるな。とは言ってもね、作れるものは結構限られてるんだけど、ロックピック追加しとこう。あんまり作れないな。機械部品がちょっと不足してるな。10日目。もう10日だったか。無線は入ってるかな。入ってない。Есть разговор. Конечно, говори. Это насчет моей мамы. Точнее, насчет того, что она нашла. Я не рассказывала тебе об этом раньше. Не знала, могу ли я тебе доверять. Мне кажется, я знаю, почему они забрали мою маму. Она была опасна для Нар. Это не было случайностью. Она кое-что видела, даже сфотографировала.Когда Нар только появились здесь, они притворялись друзьями. Предложили бесплатный медосмотр нескольким самоселам, даже обещали лечение для моей мамы. Конечно, это была уловка. Маму пригласили в лабораторию, и там она увидела кое-что, не предназначенное для ее глаз. Хо. Наниомида. Она была в их лаборатории? Надо было сказать мне раньше. Ты знаешь, что именно она видела?Они проводили эксперименты с чернобылитом на людях. Только на добровольцах, разумеется. А вскоре после этого люди начали пропадать. Мама тоже пропала. Чернохосто とか影とかそういうモンスターが元は人間でしたっていう気がする。写真について。Эта фотография до сих пор у тебя? Нет, мама всегда носила ее при себе.У тебя есть другие доказательства маминых слов? Нет, но я не представляю, зачем ей врать о таких вещах. Она хотела для самоселов только добра. Хай. Мама была готова пожертвовать всем ради других. Она так мечтала помочь тем, кто пострадал от Чернобыльской катастрофы. Она поплатилась жизнью за свое доброе сердце. И теперь мне нужно выяснить, что произошло, и добиться справедливости. Я понимаю тебя, правда?Похоже, она была потрясающей женщиной. Как я могу помочь? Я знаю, что многого прошу, но я хочу узнать, что именно мама увидела в лаборатории на площади Ленина. Тебе нужно туда попасть. Там наверняка найдется какой-то компромат на Нар, и это может помочь тебе в поисках Татьяны. Если она внутри зоны, то наверняка как-то со всем этим связано. Будет непросто, но я попытаюсь. Наруходо, не.Почему мы все еще здесь? Хай, 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 хай. Игорь, есть минутка? Слышал, ты разговаривал с нашей волчицей. Я не хочу, чтобы ты шел на площадь Ленина. Не думаю, что ты готов. Кто знает, с чем ты там столкнешься. А мне кажется, я доказал, что могу о себе позаботиться. Ты умеешь использовать энергию чернобылита. Это впечатляет.Ну что, если они научатся блокировать ее? Э, Чернобылайт の力を無効化?帰ってこれなくなるってこと?他に妙案があるのか? Наверное, ты прав. Что предлагаешь? Я этим займусь. 何? Со сломанной рукой. К тому же мы понятия не имеем, что там. Скорее всего, только ученый сможет правильно оценить ситуацию.Я тоже не полный идиот, знаешь ли. Как-нибудь смогу отличить центрифугу от, не знаю, миксера. Конечно, сможешь, Оливер. Не обижайся, но я по-прежнему думаю, что пойти должен я. Мио は目数もなかったな。というか、オリビエね、あなたね、オリガより知性が劣ってるからね。Что это? Э? Не может быть. Нет.Нет, нет!
Игорь, это еще не конец. Нельзя, чтобы все закончилось вот так. Иди. Умереть. Исчезнуть. Портал. Помоги умереть. Игорь. あーループした。10日がタイムリミットだった？ひょっとして死を恐れてはいけない。死は成長と不可避に紐付けられており、どうしようもない状況からの脱出方法でもある。何その死は救済ですみたいな。え、今後死亡した場合はランダムにアイテムが失われる？そんな。Время. Что такое время, Игорь? 今回はアイテムは残してくれてるのか。Прямая линия. Стрела, выпущенная на заре творения и летящая в бесконечность. Универсальная константа, которую не изменить. ちょっと寄り道しすぎたかな。Или что-то большее. Четвертое измерение, которое все-таки может меняться, замедляться, ускоряться.Даже сжиматься или обращаться вспять. Что-то, что может принимать форму космических струн. Бесконечное, наполненное массой и энергией, искривляющее реальность и пространство. Ты прибыл на базу израненным и обессиленным. Но ты не смог назвать Оливеру правильный пароль. これってそんなにストーリーに関係してるとは思えないんだけど、変えた方がいいとかあんのかな？っていうか変えるしか選択肢がない。Давай, Игорь, измени прошлое. Руки вверх, так чтобы я видел. Пароль.過去を変えよう。チェルノブライトクリスタルを3個使うことで過去を変える？Ностальгия. У нас нет времени на игры, Оливер. Разве ты не видишь, что это я? Ты сам выбрал пароль. Давай просто придерживаться правил. Ладно, заходи. А если бы ты мог поменять любое свое решение? どういうこと? Означало бы это, что ты вернулся во времени назад. Или создал альтернативную вселенную. Это твой шанс изменить принятые решения. Шанс перекроить ткань пространственно-временной реальности. Шанс изменить последовательность событий. Нанда гуря. Мы еще можем быть вместе, Игорь. Но ты должен узнать всю правду, если действительно хочешь найти меня. Сашко предложил тебе уничтожить Око Москвы или действовать в собственных интересах. Ты решил улучшить КПК. Хай. Я, 別に不都合な記憶でもなかったからな。放っておく。多分こういうのは今後のメインストーリー進行で不都合が生じれば。変えればいいんだと思う。Эти события еще не произошли. 起こっていない出来事もある。いやでもちょっとタイムリミットが10日間だったのかはちょっとわからないけど、今後ああいう風に原発が爆発してランダムでアイテムが失われるっていうなら、あんまり寄り道ばっかりもしてられないな。これも多分まだわからない記憶。これは？Обыскивая убежище таракана, ты отключил ловушки.Теперь бойцы НАР легко могут попасть сюда. В надежде застать их врасплох, ты активировал ловушки заново. Хай. Я, これはそのままでいいでしょう。とっさの判断で罠をかいくぐることができたっていうやつなんだけど。これも記憶なし。
記憶なし。結構まだ未発見の情報があるってことか。で、そうだ、解体記憶なら一つだけある。強いて言うなら。オリガの夫をね。Ты поговорил со своим бывшим наставником, профессором Семеновым, в детском саду, в Копачах. Он пытался убедить тебя в том, что он обычный скромный ученый на службе НАР, а в Копачах ищет какие-то старые документы. Ты поверил ему? はい。これもそのままでいい。未発見、未発見。知らない記憶が多すぎる。あ、これだ。Ты нашел припасы, но кто-то другой добрался туда первым. Ты убил его и забрал все себе. これはおそらく過ちでした。っていうか、忘れるっていう選択肢があるのはどういうことなんだろう。なかったことにできるのか。そもそもこいつとは出会っていないと。記憶を変えよう。Давай изменим хронологию, Игорь.Эй, не стреляй! Я безоружен! Руки подними, чтоб я видел. Я так понимаю, ты и есть предатель, которого все так активно ищут. Что? С чего ты взял? Я... Не буду врать. Ну ладно, ладно. Я... Но эти придурки, они не... И что? Ну, само собой, им не... Любопытно. Ага. Ты в зоне недавно, так? Откуда ты это узнал? Мне нужно идти. Кто это они? Прости, не могу... Прости, но я в твою... Кто я?Ситуация сложилась не... Да. こいつコンスタンティンってなってるけど、まあいいよな。てか多分オリガの夫なんだよね。そうだよね。わからんけど放っておこう。Так ты выходит обычный сталкер, который пытается как-то выжить в зоне. Ладно, свободен. Ага, да. Типа того.はい、あ、一部の記憶が更新されたため現在の状態で再現する必要があります。Ты встретил Костю. Его схватили и держали в заложниках солдаты НАР. Костя потребовал немедленно его выпустить, но ты сомневался, хотел обдумать это решение.Ты оставил его в камере. ちょっと待って、あの、こんなやつと会ったことあったか？ちょっとチェックしよう。いつの出来事だ？ Давай изменим последовательность событий, Игорь. Выпусти меня и давай возвращаться к Ольге. Я прослежу, чтобы тебя отблагодарили. ちょっと待って、俺この記憶知らないぞ。いつこいつが檻に入ってるところなんて見た？まあ解放できるもんなら解放したいんだけど、もうチェルノブライトが足りないんです。Вся эта история с украденной едой не клеится. Ты что такое говоришь? Сначала мне нужно решить, что с тобой делать. Нет, нет, погоди! В любую минуту могут заявиться эти уроды! Или что похуже? ちょっとわかったかも。コンスタンティンを生かしてると、多分こういうイベントが発生していたんだ。だけどまあここの時点で殺していたから、まあ、そのイベントにそもそも到達することがありませんと。で現状記憶を変える術もない。ちょっとこれ忘れる。心配しなくていい。あ、なんだ？Тебе удалось вернуть припасы, но ты со мной выпади шанс.今の記憶を忘れたことによってこの先の記憶も失われたっていうことになるか。はい、ちょっとわからないこといっぱいなんだけど、ひとまずこれで再開するか。まだまだ未知の記憶が大量にある。つまり寄り道しすぎたってことだ。おお、隠れ家。あ、寝ればいいのかな。
新しい現実で目を覚ます準備はいいか。はい。あ、日数は変わらないのか。とりあえず何を変えたかというと、オリガの夫は生存しているという設定になった。はい。え、これまた原発爆発したりしないよね。え、なんかとてもしそうなんだけど。大丈夫？オリガ、あ、そっか、これオリガとまだ会っていないっていうことになったのか。あ、大丈夫だ。とても謎だ。とりあえずはいっか、これで。なんか頭が混乱しそうだ。とりあえず、つうか、なんで爆発した原発？それがよくわからん。あ、オリガに関する情報が失われてる。まあまあ、じゃあ過去の記憶を変えるっていう局面のためにチェルノブライトは持っておく、集めておく必要があるのか。ちょっとタラカンね、タラカンのことずっとないがしろにしてたし、まあ一度はめられたりもしたんだけど、いい加減合流してみるか。で、オリビエは食料回収に行ってもらおう。はい。